мясо. Много кофе вредно. Это история юноши Гриши, которому предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Анимационный фильм рассказывает о швейцарском походе русских войск под командованием легендарного полководца осенью 1799 года. Премьера мультфильма в кинотеатрах состоялась в мае. В Самаре анимационный фильм смогли увидеть все желающие. 1 июня семьи с детьми смотрели мультик в летнем кинотеатре в Струковском саду во время фестиваля «Пусть всегда». Да, будет детство, посвященного Дню защиты детей. И погода хорошая, и ребенок на дневных площадках сегодня провел очень активный отдых такой. И я считаю, что вот эти вот почаще нужно устраивать такие мероприятия. И позитивный, от мультика сейчас не отрывается, такой патриотический мультик. А дочка заинтересовалась то, что именно будут показывать мультики, да еще в таком нестандартном формате, поэтому решили прям целенаправленно прийти посмотреть. Радует, что в нашем городе проводят такие классные мероприятия для детей, еще и для разных возрастов, разных интересов, и видно, что дети ходят такие довольные, счастливые. Фестиваль «Пусть всегда будет детство» организовали правительство области, администрация Самары и киностудия «Союзмультфильм». 20 площадок локаций представили не только развлекательные, но и обучающие игры для юных горожан и их родителей. Светлана Кудрявцева, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События.